Привет-привет! Мы на канале Кудряшка Лиза. И сегодня с Лизой мы будем открывать яйца пони. У нас есть такие интересные яйца. Одно фиолетовое с маленькой пони внутри, а другое розовое. Тоже там красивая пони. И мы будем сейчас их открывать и смотреть, что же там за лошадки спрятали. Открывай, Лиза, яйцо, открывай. Давай так, хрясь и открыла. Ну. Ой. Какая красивая лошадка тут. Давай посмотрим. У нее такой красивый хвост салатовый, яркий. И челка голубенькая. Красивая лошадка. Так, еще то, что у нас идет. Наклеечки в наборе. Яркие. Открываем следующее яйцо. Итак, открываем. Доставай. Ой, какая лошадка. Опять же с такими же наклеечками идет лошадка внутри. Вот какая красивая лошадка. Она похожа, она такая же, как и эта, только у нее другая расцветка. Такие две красивые лошадки у нас сегодня попались. Две маленьких пони. Лиза, пони пришли к тебе. Поиграйся с ними, Лиза. Иго-го, лошадки говорят. Та-та-та-та-та. Прыг-скок, прыг-скок. Держи. Такие у нас интересные сегодня яйца с сюрпризами. Будем играться с понечками теперь, да, Лиза? Спасибо за внимание. Маши, всем пока-пока.